правительстве отказались от фиксированной абонентской платы за содержание электрических сетей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подобное нововведение нецелесообразно. Напомню, с инициативой ввести абонентскую плату за электричество выступило Министерство энергетики России. Речь шла о сборах в размере 20 рублей в месяц с каждого домохозяйства. Предполагалось, что нововведение позволит энергетикам дополнительно собрать до 240 миллионов рублей в месяц.